Люди стали больше экономить на электричестве. Экономический эксперт Вячеслав Ионица проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что на прошлой неделе в часы пик по всей стране использовали на 7% меньше электроэнергии, чем в предшествующий аналогичный период. Таким образом, подсчитал эксперт, сэкономить удалось около 200 тысяч евро. Он призвал всех продолжать рационально использовать бытовую технику, поскольку это позволит избежать возможного повышения тарифов на свет. На этой неделе мы потребляли примерно на 7% меньше, чем на прошлой неделе. На улице было теплее, плюс позиция властей. А вот в отключении в городе света смысла нет. Многое не сэкономишь, а вот посыл гораздо важнее. Экономический эксперт Вячеслав Ионица говорит, что мониторил ситуацию в часы пик, когда каждый гражданин нуждается в электроприборах, которые потребляют много электричества. Однако данные показывают, что люди поняли свою ответственность и все же начали экономить. Если стирать вечером, когда приходишь с работы, до 9 часов вечера, то это будет стоить около 14 леев, потому что цена тарифа вдвое больше закупочной цены. А если стирать после 23:00, то стоит 3 лея 50 банов. Подсчет эксперта показывает, что за последнюю неделю в среднем граждане сэкономили 200 тысяч евро. Таким образом, за один месяц можно будет сэкономить 1 миллион евро. На мой взгляд, это сумма, которую было бы хорошо не включать в тариф. Чтобы всем было понятно, эти деньги включили бы в тариф, если бы мы потребляли электроэнергию как раньше. Если бы мы пользовались электричеством безответственно, то нам пришлось бы повысить тариф, чтобы покрыть 1 миллион евро дополнительных расходов. Вячеслав Ионица говорит, что с началом отопительного сезона наша страна начнет производить 40% необходимой электроэнергии. Однако это нам обойдется почти в два раза дороже, чем купленное в Румынии электричество. Это также может привести к дальнейшему повышению тарифов. Граждан по-прежнему призывают экономить, особенно в часы пик.